Герой нашего следующего сюжета Артем Безяев в детстве мечтал стать хоккеистом, но жизнь распорядилась иначе. Вот уже 8 лет он создает чертежи необходимых коммуникаций для Кольской ГМК, а свободное время посвящает необычному увлечению. В эфире проект «Молодежь Норникеля». Самая большая любовь в жизни Артема Безяева – семья, поэтому все свободное время он посвящает жене и 8-летнему сыну Павлу. Когда-то инженер жаждал получить номер в хоккейном клубе, но не позволило здоровье. Сейчас его мечту осуществляет ребенок, поэтому на все тренировки и матчи Артем старается возить юного спортсмена сам. Когда был набор в хоккейную команду, мы отвели и втянулся, бывают, конечно, срывы, я не хочу, я не буду, но это, наверное, свойственно не только детям, но и взрослым. То есть, а так вот он идет с удовольствием. Зал, лед, надеюсь, у нас реализуется когда-нибудь искусственный лед, и он будет заниматься этим круглогодично. В качестве хобби Артем Безяев для себя выбрал детейлинг – тщательный и полный уход за автомобилем. В свободное от работы или семейных дел время он приезжает на автомойку, вооружившись внушительным арсеналом чистящих средств. Обычно начинает, если есть какие-то следы насекомых на передней части автомобиля и на зеркалах, то можно использовать, в принципе, данное средство, которое удаляет их с легкостью. То есть попшикал, время подождал и сбил аппаратом высокого давления. После этого чаще всего приходит к первой фазе, это предварительная мойка. Окончил молодой человек Вологодский государственный университет по профилю теплогазоснабжения и вентиляция. После вуза сначала работал не по специальности. Через год свое призвание нашел в проектно-конструкторском центре Кольской ГМК. Предрасположенность к точным наукам у Артема была всегда. Инженер с легкостью запоминает цифры. Номера телефонов некоторых коллег я знаю наизусть. Вот мы сидим там за чайной паузой, и коллега уже ушла на пенсию там полтора года назад, а я у нее такой 151-51-80. Все-таки ты откуда это знаешь? Работа занимает большую часть дня. Зачастую даже дома мысли о проектах не покидают инженера. Встречаются они разные. Одни требуют месяц на разработку, другие все 4. Но ни сложность, ни длительность Артема не пугают. Он пришел в 2015 году и сразу он влился в коллектив. Он очень общителен. Главная его черта – это его, социальная направленность. Он очень активно участвует в социальных проектах. Артем очень позитивный, молодой человек, добросовестный, честный, сразу охарактеризую так его, очень отзывчивый. Любой вопрос, который возникает в процессе, допустим, компьютера, множительной техники или там что-то посоветоваться, всегда отзовется, всегда поможет. Коллеги точно знают, Артем – командный игрок, и на него всегда можно положиться. И молодой человек с теплотой относится к товарищам по работе, поэтому планирует и дальше развиваться в сфере инженерии. Татьяна Куфенко, Мария Гусакова и Максим Кравченко, ТВ-21+.